Итак, краткий отчет об отделке гаража, пристройка к дому, камнем, агломерат. Все, я отделку закончил, основную. Ну, то есть до низа, до цоколя. Цокольный ряд будет выкладываться после отмостки. Подоконники. Все я обтачивал на станке у себя самостоятельно. Откосы сделаны вот таким вот образом. Это потом будет все заделываться силиконом атмосферостойким. Вот именно эта часть. Здесь еще проем дверной не доделан, потому что это будет делаться уже после отделки внутренних стен, чтобы знать уже точные размеры откосов. Ну, а здесь этого края будет пристыковываться доска ДПК. Имеются вентиляционные швы. Вот эти вот саморезы будут зашпаклевываться затиркой специальной в цвет камня. Потом камень еще будет покрываться лаком. Вот так это выглядит издалека. Очень даже красиво.